Всем добрый-предобрый день. Сегодня для нашей семьи какой-то волнительный, тревожный день. Сегодня у нас дочь с семьей ночью будут уезжать в отпуск на юг. А мы переживаем и готовимся к отъезду. Я уже говорила, что цыпленочек с ними поедет. Сейчас вам покажу, что он уже жарится, цыпленочек. А я пеку булочки, тоже вам сейчас покажу. А здесь я приготовила салаты. К вечеру я сделаю плов, все вместе соберемся, поужинаем и пожелаем счастливого пути нашим детям. Сейчас я вам покажу булочки. Одни уже испеклись, я их буду вытаскивать, а вторые буду ставить печься. Итак, вот смотрите, мои пирожки, первая партия готова. Разные сделала, с разной начинкой. Спросила, с какой начинкой делать пирожки. Ну, мясные в дорогу нереально. Вот, вот эти треугольнички сделала с капустой, а эти больше с яблоками. Эти уже испекла, а вот эти сейчас пойдут в духовку. Вот, на последний пирожок у меня начинки не хватило. Я туда сделала сырную начинку, несколько кусочков сыра положила и вот так вот и завернула. Вот. Смазала яйцом, посыпала кунжутом. Сейчас буду ставить на выпечку. А еще я вам решила показать нашу Аню. Она тут сама жарит. Всем привет! Всем привет! Жарит мясо свое, которое с собой возьмут. Грудка какая красивая. Румяная. Да. А мы только солили адыгейской солью и чуть-чуть перчика. А, сухой чеснок я еще добавляла. Домашняя курочка. Я уже крылышко попробовала. Ну и как? Ну и как? Вкусная очень. Пахнет мясом прям. Вот запах совсем другой в кухне от той курицы, которая росла дома. Запах идет другой. Хотя смешивается с пирожками. Вот там у нас пирожки пекутся. Запахи посмешались, но все равно мясом пахнет совершенно по-другому. Анюта сегодня нас будет покидать, уезжать. Ну, это завтра утром. Завтра утром. Но мы, наверное, вечером уже только увидимся, а утром-то нет уже. Кто? Я с вами. Ага. Ну, мы утром поедем, да. Они обычно утром часа в 4-5 уезжают. Ну, иногда в 9 вечера. Ехать. Смотря как и что в дороге там будет, да? Чтобы в пробку в Москве не попасть. Я думаю, там дальше будет везде дождь. Мы когда едем, в Туле дождь все время льет. В Ростове дождь бывает. Я думаю, там завтра тоже будут дожди. Ну ладно, продолжаем готовиться к отъезду. Надо подарки еще собрать, упаковаться, все-все-все собрать, все, что нужно. А вот эти пирожки, которые я первые испекла, они уже немножко остыли. Смотрите, смотрите, какие они хорошие. Ну вот, сейчас буду вытаскивать их на блюдо. Смотрите, сколько пирожков я напекла. Вот эти, я уже говорила, треугольнички с капустой. Эти с яблочками, эти тоже с яблочками, и один с сыром. Вот, эти вот только что вытащила из духовки, еще горячие. Вот, яблочки я делала так, сухофрукты приварила немножко, перекрутила через мясорубку, добавила туда клубничное варенье. Начинка очень вкусная получается. Так что ребята наши будут ехать и жевать. Водички только с собой надо брать. Курицу, пирожки, что-то там они еще из дома берут. Будут ехать на машине. Вот я зашла в комнату к маме, занесла ей пирожок, который уже остыл. Вот какой. Но она говорит, сейчас не хочу кушать. Только что вот обедала, не хочет кушать. Мам, всем привет! Отодвигает, отодвигает в сторонку. О, вот это далеко. Привет. У нас, это, ты же знаешь, что Аня с семьей уезжают на юг. Вчера ты лапшу делала. Да. Потом меня заставила из полотенчика, из маленького, сшить мешочек, чтобы эту лапшу сыпать в мешочек им в дорогу. Да. Ане очень понравилось. Она говорит, полотенце испортили. Я говорю, ну распоришь и будешь пользоваться. Ну, ты переживаешь, что они уезжают? Ну, как-то потеря. А я у вас останусь.
Ну, Матвейка к нам пришел. Богдан, у нас Матвейка. Останешься. Да. Ну, да, я тебе поцелую щечку. С улицы прибежал, где-то бегал, загорел весь. Да, можно, конечно. Который остыл, пробы, который остыл. На улице бегал и говорит, я у вас останусь, ночевать останусь. Любят они к нам ходить ночевать. Любят, любят. И это, когда будут уже старые, скажут, только мы и это хотели тут, потому что наша бабушка и дедушка. И прабабушка. Да. Все тут были. Нет, уже. Ну ладно, пойду собираться вместе с ними, надо же что-то упаковываться, складывать что-то надо. Ну пока. Пока. Уже не увеличила. Аня ее выманивает веревочкой поиграть. Бусинка, бусинка. Прошлый раз, когда она у нас оставалась, а дети уезжали на юг, долго они были, больше 2 месяцев, она у нас спала на перине, которую мама, бабушка нам отдала перину. Она уходила на перину и там спала. Не хочет уже. Кс-кс-кс-кс. Бусинка. О, игрушка. Игрунья. Все, пошла опять под кровать. Я вышла на улицу. У нас около ворот зацвел жасмин. Вот в день Аниного отъезда зацвел жасмин. Такие цветочки красивые. Надо веточку сорвать, маме в комнату поставить. Она любит запах жасмина. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Надеюсь, ненадолго прощаюсь. Всего вам доброго и хорошего.